Дорогие друзья, подписчики моего канала, мы с вами снова находимся на ярмарке в городе Кропоткине. Приступим к обзору видео. Вот эти дядьки берут за вход, недорого, но берут. Ну, можно договориться, можно не договориться, можно отвернуться и пройти. Итак, перейдем к обзору выставки. Перед вами очень красивые рыбки. Пойдем погоняем птичников нерадивых. Что камера не в ту сторону повернулась. Вот куры здесь красивые есть. На входе мы сможем вести машину. А? Да где-то он может один. Пойдем, блин. Да у тебя такие вон стоят. А как порода называется? Арпингтон. А, это арпингтон. А вот арпингтон что? Линяет, у него также синий, тот же окрас остается, то Юра, шрабик. Уже лишнее есть, можно взять. Что будет, сынок? Да.
Тут только Бенни-Вердер, а вот немножечко есть. По 100 рублей такие. А комиссия? Да, самочки, да? Ну, почти 4 месяца. А вы откуда? Это ж волнистый, да, да. Это что, это как называется? Серебристый фазан. Фазаны, да? Серебристый фазан. Дорого, конечно, дорого. По 700. Или 800. Ну, если будете всех собирать, по 700. 20 царя, 600 царя там. Понял, да? Сетки плохо видно. Вот человек не разводчиков продает. На попугаях Опеля купил. А как ты догадал? Красота, да, это? Мы себе на лужаечку даем спокойненько. А вот эти петухи, которые черные, черные гребни у них. Так, 918. Это вот птица с горячего ключа приехала. Вот клетки ручной работы. Чё? Да.
Какие золотые, цена такая. Всего лишь 7 рублей. Вот такие головы. Видно она в этом году, нет? Сядет, но туда, наверное, воюет. Ой, бля, я в Краснодаре. Добро побеждает зло. Белое, черное. Она 2 литра дает. Коза 2 литра дает. Утром и вечером хозяин говорит. Хозяин козы. Давай, make sure that it's above. За месяц она тебе бесплатно оставит. А у меня выходят вот тоже. Бывает вот одна пара, бывает одного, два, выкидывают прям красный. Куза красная, а после ну, крылья зеленые. И я вот сейчас сделал себе пару такую, прямо это самое. Нашел самку тоже. Нет. Там женщины простые. Любят рыбу. Канари! Чё, Вань, ты уже не закусишь? Пирожочки. А? Это сколько стоит?
Это такие молодые, 20 штук мало. Уже наелись по близко. А кто на что горазд? Тут там и покрытие больше было, да? Все, ну близко не подходи, не пугайся. Наварила. Вот в этом ряду, вот здесь. А что, Марка, 150? Два за 250. Сидели краще. Хорошо, улыбнись. А ну-ка. Дай. А ну-ка. Хуй дай. Я снимаю, тихо. Вот тут в багажнике клетки у пацана есть. Вот такая есть. Вот клеточку. Клеточка в Тулу. В Тулу поедет, да, Серёга? Он кайфанет, кашлянет, все будет нормально. Thank you.
какие. Идем, глянь, будем смотреть. Идем, давай уже. Ну и бабай, да? Да. Да, увеличенная, да. Ну ее, блядь, я посмотрю себе, потом сделаю такой. А в чем клеточка? Это не ваш? 13. Сфотографировать можно. Вот такая клетка у нас стоит 13 тысяч. Вот раз, два. Четырехэтажная. Все, давай, все. Ладно, пойдем дальше. Ну давай, занимайся. Ну толкайтесь. Вверху бочок, да? Ну сколько в одну клетку? Ну, на один ярд. Все с голубей все. Вот такие тут ходят собаки. Красивые. Может, она хоть... Будет, будет, она заинтересована. Ну, окно. Пойдем дальше. Семечки, арахис, берем семечки. Озон, напротив, орех грецкий. А потом все туда еще чем-то, по-моему, добавлял. На молодые, да? Потом протирал мелко, чтобы она застакивала. Берешь яйцо, сваришь, почистил, как вот ты говоришь. Яйцо. Пиалочку пить. И сколько такая? 6 тысяч. Это каша и белка, какая она? Алтайская. Мы в прямом эфире. Вкусные. А что с ними лучше делать? Запекать в глине или варить в молоке? Лучше в самане. Он не болеет. Он горленький, да? Почему? И, сука, потом я 2,5 рубля отхуярил, понимаешь? Вот так, я когда на утро держал, блядь, сижу дома на колхозе еще. Да? Я уходишь. Далеко. На видео не хотят пить. 13 рублей 20 копеек. А где тут кому было подойти? К какому? К которому такое?
Мы бесплатно. А где хозяин? Я у тебя только хотел спросить. А вот смотри, вольеры. Ну-ка, нос убери. А вон, да, на крыше. Ну то не ваш он, потерял. Вон на крыше голубь сидит. Мраморный или какой он? Браконьеры будут ловить голубей. Давай. Где буква П? А, не поймал. Вон он сидит. Навет. А? Как это называется? Баурки. Баурки. Привет, мой друг. Привет. Как жизнь? Да пойдет. На, сфотографируй, что у тебя красиво. А это кто? Карел. Самец, самка? Блин, честно говоря, не знаю. Взрослый? Ну, полгода точно ему. Может, август. Месяц. Выводите его в воду. Да. Сейчас год петуха. Ну и чё? Ну вот они кукарейка. Huh?
На базу? А куда еще? Ты же круг сделал. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Всем удачи и хорошего настроения.